Я вам предлагаю пройти, ответить на месте нашего катастрофа Юпитер. Будете проходить? Я сейчас скажите, адвокату позвоню, я не пойму, что творится. Я вам просто задаю вопрос, до составления материала спрашиваю, будете проходить меня вместе с Вестом? Нет, аппарат будет? Нет, ваша... На больницу поедете? Конечно. Подожди, стой, какая больница? Туркменская больница. А в чем дело вообще? Что задержали меня, за что? Вы, я могу уточнить, за то, что вы... Я вам объясню. Одни и те же вопросы, одни и те же ответы. Вы думаете, что если вы зададите в очередной раз этот же вопрос, вы получите совсем другой ответ? Все, пишите. За что вы меня задержали? За управление. Какой? Я шел пешком.